вот они какие. О, какая! Это плотва, но у нас на севере ее называют, как я уже говорил уже не раз, у нас на севере ее называют сорога. Вот такие вот кабанчики здесь клюют. Всем привет! С вами канал Стофики, и я ваш любимый Санечка. Мы продолжаем нашу съемку по ловле крупной плотвы в притоке Лындер. Валера рассказывала, что в прошлых выходных здесь тоже рыбачил. Вот, и здесь клевала плотва, ну, где-то грамм 400-600. А вот такие вот, как 200-100 грамм. Это был редкий случай. И наловили они здесь, как он говорит, где-то каждый по мешку. Клев был хороший. Вот, а сегодня, не знаю, мне так очень нравится эта рыбалка. Ни рука не устает, и не засиживаешься около удочки, не засыпаешь, как говорится. Нравится мне, как Алексей ловит. Не подсекает даже, без дергания руки, просто поднимает вверх, как будто хочет вытащить, посмотреть, цела ли у него наживка на мормышках, и вытаскивает рыбу. Молодец! Ловлю я, просто положил удочку, как говорится, на дно опустил мормышку вместе с поводком, и все. И она сама клюет потихонечку. Котлета. О, хорошая. Котлета. Но в прошлый раз я поймал рыбину, я ее вот так вот едва взял. Ого. Весна, тепло, чувствуется. Но у нас, конечно, еще морозы будут где-то. Вот тридцатник это точно будет. Если посмотреть по нашим старым видео, там видно хорошо, что мы приезжаем на рыбалку числа там 27-25 марта. И такие же и морозы 25-27. Вот, и клев почему-то начинался именно под закат солнца. Где-то остается до темноты. Красота. Часика 2-3. И клевало очень-очень сильно. А сегодня хорошо, сегодня так вот, можно сказать, целый день клюет. Притока Лындер, она впадает в средний шар. А средний шар у нас впадает в реку Печора. Где сам Лындер находится от города. Ну, дай бог, чтобы не обмануть, где-то километров 50 точно будет. А, мы смотрели по спидометру 56 километров. Доехали мы сюда где-то за 50 минут, как говорится, ехали сюда не спеша, 40-50 километров в час. О, какой Валерка он тащит, очень хорошая. Просто не даешь мне дойти. О, посмотрим сейчас, что Петя у нас поймает. Что, Валер, говоришь, по два крючка не вешать? Ага, ну вот смотри, Петруха. Вытащил сразу дуплетик. И сорога, и окунь.
нет, два. Опа, опа, опа. О, вот это. Включай камеру. Вот это вот такая вот. Колбаса. Попалась. Две котлеты. О, какая. Две котлеты. Запечатлел? В этот раз хочу передать большой привет Вите, который здесь с нами рыбачил. Витя – это брат у Коли. Он сейчас находится у себя в Борисоглебске, поэтому передаю ему огромный привет. Ну а также всему Борисоглебску привет от Наринмара. Хорошо, что у нас в городе тоже есть рыболовный канал ОРЗ. Ведет этот канал Витя. Посмотрел, очень понравилось. Сейчас уже списались, как говорится. Смотрим друг друга. Вить, если ты смотришь это видео, тоже тебе большой привет. Не забывай про нас, заходи почаще. Кстати, надо будет с тобой обменяться телефонами. Ты, наверное, сейчас тоже находишься на рыбалке. Если ты на рыбалке, то у них хвоста не чешуи тебе. А также у всем моим подписчикам, кто сейчас именно в данный момент находится на рыбалке, тоже вам ни хвоста, ни чешуи. Открыл я кукурузу и ловлю сейчас на кукурузу. И кстати, мне это очень-очень нравится. Поклевки стали еще крупнее. О, какие выходят. Ох и лапки. Колбаса идет. Колбаса идет. Смотри, какая, смотри, бля. Видно? Офигеть, рыба. Ну, в руку бы еще поместилась. Везунчик. На кого? На кукурузу. Уже сорожка пришла. А ну-ка. Да нет. Ух ты. Это не сорожка, это окунь такой. Окуев. Давай еще окуев. Отдайте, пожалуйста. Вторую часть. Смотрите нас, ставьте лайки, подписывайтесь и смотрите третью часть, заключительную, рыбалка на протоке Лынзер, ловля крупной плотвы на севере. Всем пока, с вами был ваш любимый Санечка.